Республиканская акция «За безопасность вместе», которая проводится сотрудниками МЧС уже не первый раз и не первый год, это хороший повод обратить внимание брещан на соблюдение правил надлежащей эксплуатации домашних электроприборов. Задача подобного мероприятия – предотвращение пожароопасных ситуаций. Поэтому группы специалистов МЧС ежедневно проводят рейдовые мероприятия, информируя население о последствиях безалаберного отношения к личной безопасности и безопасности собственной семьи. С 1 октября Брест активно включился в республиканскую акцию «За безопасность вместе». Цель этой акции – донести до жителей города требования пожарной безопасности при эксплуатации зданий в осенне-зимний период. А именно, обращаем в первую очередь внимание на приборы отопления. Обучаем граждан, как правильно растопить котел на твердом топливе, либо печь. К сожалению, в текущем году прошлый осенне-зимний период привел к 10 пожарам, именно связанным с причиной неправильной эксплуатации печей либо котлов на твердом топливе. Оставленные на долгое время включенные электроприборы, их неправильная эксплуатация, топящаяся в отсутствие хозяев печь – все это уже обернулось плачевными последствиями для некоторых горожан. Причины подобных ситуаций одинаковы – невнимательность, безответственность, неосведомленность. Одним из таких случаев стал пожар в доме жителя нашего города, который пожалел о непроявленной им вовремя внимательности не единожды. Нажитое годами своим же трудом сгорело в одночасье. Сегодня в Бресте произошел пожар по улице Пушкинской, 139, по той же причине. Гражданин, проживающий в этом доме, оставил без присмотра топящуюся печь, которая к тому же имела и механические повреждения. То есть ее дверца была приоткрыта и имела дыру. Выпали угли, в результате чего произошел пожар. Поставил печь без присмотра. Уехал ненадолго, на светлую, здесь рядом. 500 метров. Возвращаюсь обратно, уже пожарники стоят. Печь неисправна, дверца поломанная, вылетел уголь, а рядом тряпки были, загорелись тряпки, от тряпок все и пошел пожар. От печи. Света в доме нет, воды нет, газа нет, ничего нет. Гореть тут нечем в другом. Дверь сгорела. Ну все. Вину свою признаю, нельзя оставлять печку без присмотра. На этот раз совместными рейдовыми группами сотрудников МЧС запланировано посещение как можно большего количества семей, проведение с ними разъяснительных бесед, проверка печей, котлов и отопительных приборов. Поэтому будьте бдительны, может быть, завтра и в ваши двери постучатся спасатели. Наша акция затрагивает такие категории граждан, как пожилые граждане, лица, злоупотребляющие алкоголем, а также семьи, в которых дети признаны находящимися в социально опасном положении. С каждой из этих категорий, кроме нас, в наших рабочих группах еще активно участвуют работники внутренних дел, энергонадзора, образования, социальной защиты и комиссии по делам несовершеннолетних администрации Ленинского и Московского районов. У многих на самом деле многодетные семьи, и присутствуют, что и детки рядом с печками. Как бы вот у нас бывает, что ему интересно, что там происходит. Как бы вот он у нас теперь сегодня слышал, что там нельзя находиться. Нас проверили, нам разрешили топить печку. Игнорирование правил безопасности, необдуманные игры с огнем всегда чреваты последствиями. Но каждый человек в силах их избежать. Главное знать как. Именно для этого и была инициирована акция «За безопасность вместе», которая на протяжении долгих лет дает возможность жителям нашего города избежать нежелательных последствий от неосторожного обращения со всем тем, от чего может произойти пожар. Ведь популярная фраза «Из искры возгорится пламя» носит и другой, не совсем положительный смысл. София Бережная, Сергей Куропатов, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.